не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Сегодня в Кызыле и в отдельных районах после карантина возобновлены занятия в школах и детских садах. По данным оперативного мониторинга, за 6 дней прошедшей недели по республике зарегистрировано 3313 случаев заболевания ОРВИ и гриппа. Эпидемический порог превышен в более чем 2 раза. 75% заболевших составляют дети от рождения до 14 лет. По городу Кызылу зарегистрировано 1004 случая, снижение темпа прироста составило около 19%. Решением оперативного штаба республики карантин продлен в лечебно-профилактических организациях, который был введен еще 9 января. Выделено 2 дополнительных бригады скорой медицинской помощи для обслуживания больных на дому в городе Кызыле и Кызылском районе. Продлено время работы во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях республики с 8 утра до 8 часов вечера, включая выходные и праздничные дни. Глава Тувы на аппаратном совещании поставил правительству республики задачи по итогам визита министра обороны России Сергея Шойгу. Поставил задачу правительству Тувы включиться в реализацию решения министра обороны России о строительстве детского сада и школы в правобережной части столицы, а также моста в районе Карахакской переправы, открытие военной кафедры по подготовке офицеров. Такие решения – наглядное подтверждение внимания руководства страны, главы государства и министра обороны России к нашей Туве. Напомню, министр обороны Сергей Шойгу 16 февраля с краткосрочным визитом посетил Туву с целью проинспектировать объекты военной и социальной инфраструктуры, расположенных в нашем регионе, в том числе воинскую часть и учебные заведения. В соответствии с утвержденным председателем Национального антитеррористического комитета планом проведения учений на 2018 год под руководством оперативного штаба в Туве, на территории Кызыла в районе 3-й школы проведено антитеррористическое командно-штабное учение, основная цель которой – совершенствование порядка организации межведомственного взаимодействия правоохранительных органов, органов исполнительной власти республики и мэрии города Кызыла при проведении совместных мероприятий по противодействию терроризму в период проведения выборов президента России. По замыслу учения условно террористами осуществлен вооруженный захват столичной школы номер 3. В условиях учебной обстановки, приближенной к действительности и определенной сценарием проведения учения, региональным оперативным штабом отработаны вопросы взаимодействия и планирования применения сил и средств субъектов антитеррористической деятельности республики по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей в городе Кызыле, задействуемого для голосования в ходе президентских выборов. Подводя итоги командно-штабного учения, начальник управления ФСБ России по республике Тыва, он же руководитель оперативного штаба в республике Тыва, Щуровский отметил, что поставленные перед участниками учения цели и задачи достигнуты. Городская общественная комиссия по проекту «Городская среда» определила так называемый шорт-лист из 8 проектов для рейтингового голосования по общественным пространствам. 15 февраля были подведены итоги сбора предложений в 16 пунктах сбора в разных уголках столицы Тувы и онлайн-голосования. Всего от кызылчан поступило более 40 тысяч предложений. До 1 марта архитекторы должны будут завершить разработку 8 дизайн-проектов, выбранных народным голосованием общественных территорий в разных микрорайона города, состоятся общественные обсуждения по данным проектам. В бюллетень для рейтингового голосования будут включены скверы, Правобережный, Ангарский, оборудование остановочных площадок с установкой павильонов на территории города Кызыла, парк Молодежный, второй этап, аллея по улице Калинина, северная сторона, сквер по улице Титова между улицами Кочетова и Красноармейская, обустройство въездной группы перед зданием сельхозтехникума и привокзальная площадь, воздушные ворота в Азию. Какие именно пространства будут благоустроены в этом году, определят сами кызылчане, проголосовав в бюллетене за 3 наиболее приоритетные, на их взгляд, общественные пространства. Голосование состоится 18 марта. В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, в Кызыле 23, 24 и 25 февраля запрещается розничная продажа алкогольной продукции во всех торговых точках, за исключением предприятий общественного питания, сообщает столичная мэрия. Руководителям предприятий в эти дни рекомендуется не продавать алкогольные напитки, в том числе и пиво. Также запрещается на праздничные мероприятия проносить с собой алкогольные напитки.
Красноярскстат опубликовал информацию о просроченной задолженности по заработной плате в разрезе субъектов Российской Федерации на 1 февраля 2018 года. В Сибири суммарная задолженность по зарплате в Красноярском крае с начала года увеличилась на 20,9% и на 1 февраля этого года составила 75 миллионов рублей. В Республике Хакасия снизилась на 28,8% и составила 2,5 миллиона рублей. В Республике Тыва снизилась на 0,5% и составила около 8 миллионов рублей. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 34 копейки, евро 69 рублей 90 копеек. Три дня подряд в ресторане «Горыныч» отмечаем День защитника Отечества. Развлекательная шоу-программа, живая музыка, море угощений и отличное настроение. Все для вас, мужики! Заказ столов по телефону 30313, Титова, 57. 3 марта в 18 часов в Национальном театре состоится творческий вечер актрисы театра Айзаны Чалбагол «Частым белей». Шалап турмен. Билеты в кассе театра 2.11.41. Врачи Федерального сибирского научно-клинического центра физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства России проведут выездной медицинский осмотр оленеводов и населения Тоджинского района Тувы, который является одним из труднодоступных в регионе и где проживают более 6 тысяч взрослых и детей, в том числе 47 оленеводов, сообщает Минздрав Тувы. Отмечается, что красноярские медики будут работать совместно с мобильной бригадой «Маршрут здоровья», в состав которой входят врачи Республиканского центра медпрофилактики и детской больницы. В планах развернуть на месте надувные модули и организовать прием населения силами мобильного госпиталя, то есть машинами высокой проходимости с необходимым оборудованием. В связи с отдаленностью Тоджинского района прорабатываются вопросы водоснабжения и обеспечения электроэнергией. Выпускник Бурятского хореографического колледжа, солист Кремлевского балета и лауреат различных российских и международных конкурсов Субудай Хомашко завоевал первую премию на одном из самых престижных хореографических конкурсов мира «Танц Алим 2018» в Берлине. Жюри конкурса, в состав которого входят артисты балета, художественные руководители театров из Германии, России, Великобритании, Швейцарии, Китая, США, Бельгии, Бразилии и Монако, высоко оценили исполнение молодого артиста, его талант и уровень подготовки. Танцевальный Олимп – это участник Международной федерации балетных конкурсов и один из сложнейших международных конкурсов артистов балета, проходящий ежегодно в Берлине. Разрешите представиться, Хантер. Я могу быстро и долго бегать, высоко прыгать, громко лаять и петь под луной. Но я ничего не люблю. А еще я по-прежнему люблю своего хозяина. Ведущим благотворительного концерта, организованного Центром русской культуры в поддержку бездомных животных, стал огромный пес по кличке Хантер. История жизни слепого питомца абсолютно реальна и печальна. Ее рассказала соучредитель общества защиты животных «Атика» Эльвира Лифанова. Если вы обратили внимание, в фойе на стенде есть его фотография, где написано «Хантер, слепой пес». Хантер метался двое суток в Кайкеме между домами, не помню уже на какой улице, да это и не важно, и выл. Выл, может быть, не от боли, а от страха и от душевного страдания, от боли предательства. Потому что, когда он стал слепым, его выкинули на улицу. Да, сегодня он живет у нас, уже пообвыкся, уже не прячется, уже доверяет снова людям. Даже, что очень любит людей, потому что это собака-обнимака. Грустная история о слепшей собаке не единственная в Хатику. Каждое животное, будь то кошкой или собакой, что находится на передержке у волонтеров, объединяет одно – это предательство человека. В
Хатико уверены, что есть добрые люди, которые обретут любимца. У нас был опыт, когда в сентябре была выставка, то есть мы отдали 21 щенка, впоследствии нам 4 щенков на следующий день вернули. Поэтому мы думаем, что пусть сейчас люди посмотрят, познакомятся, подумают до завтрашнего утра, и если все-таки они решат забрать кого-то к себе домой, то они смогут с нами созвониться, мы с ними встретимся и с удовольствием. На призыв помочь организовать благотворительный концерт откликнулись многие творческие коллективы Кызыла, такие как вокальный ансамбль «Ойда», ансамбль казачьей песни «Иван да Марья», коллектив народной песни «Раздолье», солисты Центра русской культуры, ансамбль «Тыва» Центра тувинской культуры и детские ансамбли «Капитошка» и «Канитель». Ведь именно с детства воспитывается отзывчивость, милосердие, доброта и сострадание братьям нашим меньшим. У меня в сумке лежит корм для животных, и мы с мамой подкармливаем. На улицах Кызыла живет большое количество больных животных, которым нужна помощь. На концерте собирали пожертвования в помощь бездомным животным на лечение, корм и вакцинацию. Общая сумма пожертвований на мероприятии составила 16 985 рублей. Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные». Надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России. От Камчатки до Калининграда. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. «Отличные наличные». Больше займов – больше сумма. В ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 14. В Кызыле перемена облачность, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью минус 24, минус 26 градусов, днем минус 12, минус 14. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные. Удобные условия по займам.